Здравствуйте, в эфире новости МТРК. В студии работает Александра Салмина. И сейчас коротко о главном. Новое производство в Северном Казахстане. В регионе будут выращивать и перерабатывать шампиньоны. Какие еще проекты вошли в карту индустриализации? Подготовка к выборам завершается. В день голосования свои двери откроют 89 избирательных участков. Как организована их работа? Оперативность прежде всего. Ключи от 5 новых спецмашин получили спасатели региона. Теперь обо всем подробнее. 10 проектов включили в карту индустриализации Северного Казахстана. В областном акимате состоялось заседание регионального координационного совета. Какие производства планируют запустить в области, расскажет Ксения Куценко. Это уже третье заседание регионального координационного совета с начала текущего года. На повестке дня важный вопрос – включение в региональную карту индустриализации новых проектов. Всего 11 заявок, о каждой подробно докладывает руководитель управления индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области Марат Искаков. Это и проекты, которые ранее на территории нашей области не было, и расширение уже имеющихся производств. Например, командитное товарищество Зенченко ИК планирует построить в Петропавловске завод по переработке масличных культур стоимостью 1,4 миллиарда тенге. Производить будут растительное масло до 40 тысяч тонн в год. Я думаю, что это хорошее производство. Мы сегодня больше половины, значит, да не половину, уже 80-90% масличных культур продаем без переработки. Он будет 60-70 тысяч перерабатывать, это вот выход 40 тысяч тонн масла. Следующая заявка абсолютно новая для нашего региона производства – выращивание шампиньонов и их переработка. Этот проект позволит решить многие экологические вопросы, так как для компоста будут использовать отходы птицефабрик, а после он пригодится в сельском хозяйстве как удобрение. Вот в эксплуатацию завода позволит создать 90 новых рабочих мест. В нашем проекте будет использована голландская технология. Голландская технология уже апробирована на одном из казахстанских рынков. Это в поселке Кукуйзек, Алматинская область. В денежном выражении в год мы будем получать 900 миллионов тенге. Проект планируется разделить на два этапа. Первый этап, значит, реализуется до декабря 2015 года. Это строительство комплекса. И в феврале 2016 года мы планируем получить первую партию грибов. Мощность завода до 1800 тонн шампиньонов в год. Второй этап реализации проекта ТО «Грибной мир» в декабре 2016 года. Переработка выращенных грибов. Заявку члены координационного совета одобрили. Положительное решение приняли и по проекту ТО «Аврора Холдинг». Называться завод будет «Завод дезинфицирующих средств имени Ефремова». Мы планируем выход не только в нашей области, а также на Астану. То есть, чтобы не вести продукцию с Алматы, будет восстанавливаться Астана, Кустанай, Симпалатинск, Павлодар, и планируем выход на Россию. Они продвинулись хорошо, они наметили покупку уже здания, его нашли, это здание. 50 новых рабочих мест нам лишними не будут, и в целом, конечно, продукт достаточно хороший для того, чтобы говорить об экспорте еще и в Россию. Но для нас важный вопрос вообще, любое производство, не только, значит, в Казахстане, но желательно и в России реализовывать. Рядом для этого и создано, значит, таможенное и экономическое пространство. Поэтому вот если проект нацелен на то, что он хотя бы 25-30% будет реализовывать, это очень хороший проект. Внедрение теплосберегающих технологий, производство кондитерских изделий, бумажной продукции, топливных гранул. Всего на заседании во вторую пятилетку форсированного индустриально-инновационного развития региона включили 10 проектов. Еще один рекомендовали включить в республиканскую карту индустриализации. Это завод по изготовлению листового стекла. Проект реализует ТО «Тастон Глаз». Стоимость проекта 30 миллиардов тенге. Проектная мощность 17 миллионов квадратных метров листового стекла в год. Годовая потребность Казахстана в строительном стекле составляет приблизительно 12 миллионов. Излишки стекла предполагается экспортировать. Подготовлен бизнес-план, техническое и экономическое обоснование, получены анализы кварцевого песка. Подписан меморандум о финансировании с китайской компанией, ведутся переговоры с немецкой компанией «Хорд». Запуск проекта планируется на 2017 год. При этом планируется создать 400 рабочих мест. Введение в эксплуатацию новых производств позволит создать в регионе 775 новых рабочих мест. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. 60 тонн готовой продукции в месяц. Столько планируют производить в цехе по обработке мяса товарищества с ограниченной ответственностью ЖНВ в будущем. Открыли его недавно, ассортимент пока небольшой. С ним ознакомилась моя коллега.
За год старая пекарня преобразилась до неузнаваемости. Сегодня здесь расположен новый цех по переработке мяса. Проект обошелся ТО ЖНВ в 50 миллионов тенге. На эти средства произвели реконструкцию помещений и купили оборудование. Мы купили колбасный шприц российского производства, пароварочный котел, пельменную установку взяли, фарш-мешалку и раскаточный станок. В конце этого года была проведена первая пробная продукция. Котлеты, колбаса копченая, ливерная, фарш, суповые наборы, мясокопченые продукты. Ассортимент небольшой, да и работают в основном на заказ, чтобы продукция была свежая. Кстати, используют мясо со своей же животноводческой фермы. А сегодня с самого утра лепят пельмени 12 килограммов. Работают в цехе 11 человек. Работа нравится, коллектив хороший, все. Леплю пельмени, котлеты лепим. Что еще делаем? Фарш фасуем. Берут и говорят, вкусно, пельмени вообще всем нравятся. Все говорят, хорошо, что с чистого мяса. Реализуют продукцию в соседних населенных пунктах. Пока 5-8 тонн в месяц. В перспективе увеличить производство до 60. В ТО строят смелые планы. Уверены, смогут из небольшого предприятия вырасти до масштабного завода. Скоро купят коптильную установку нового образца. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК. Дополнительные возможности для развития бизнеса. В прошлом году участниками госпроекта «Дорожная карта занятости 2020» стали 37 мамлютчан. Взял кредит и животновод со стажем Шамсудин Гайнудинов. На что сельчанин направил займ, смотрите в нашем материале. Обед у этих овец строго по расписанию, аппетит отменный, а все потому, что уход хороший. За скотом следит Гайнудинов-младший. Овца животное неприхотливое, делится опытом Рамиль. Кормим сеном, зерна даем, выгоняем на пастбище. Нравится мне за ними ухаживать. Сейчас планируем колодец сделать. Крестьянское хозяйство Гайнудинов, что в Воскресеновском сельском округе Мамлютского района в агропромышленном комплексе 11 лет. Овцы здесь были всегда. Правда, не так много, как сейчас. 90 голов приобрели в прошлом году благодаря госпрограмме «Дорожная карта занятости 2020». На свои деньги я столько бы не развел овец. А вот кредит получил, но это же помощь государства. Для нас, например, для меня, лично для меня, для моей семьи это... По 6% в течение 4,5 лет – это очень хорошо. Мне не надо бегать ни в банке, просить по 20%. Шамшудин Гайнудинов взял займ в 1,5 миллиона тенге. Рассчитаться планирует в течение 2 лет. Сейчас в хозяйстве идет окот. С начала года поголовье стало больше на 50 ягнят. Месячный вес от около 3 килограммов. Взрослые особи по 40-45. Корм для скота в хозяйстве выращивают самостоятельно. В прошлом году 28 гектаров пашни засеяли зерносмесью. Еще 16 пошло под сенокос. По словам главы крестьянского хозяйства, животноводство дает стимул развиваться дальше. Если сидеть на одном земледелии, это же землю посеял и жди осени, а потом жди, кто у тебя купит, куда его продать, это зерно. А животноводство, это же круглый год оно... Каждый месяц что-то имеешь от этого, какую-то прибыль имеешь. Единственная проблема, которая встает у сельчан сегодня, нет больших точек для сбыта мяса баранины. С КРС в этом плане легче, говорит животновод с более чем 50-летним стажем. Шамшудин Гайнудинов надеется, что этот вопрос в скором времени удастся решить. В планах растить бизнес и увеличивать поголовье. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК. А у нас реклама и еще много интересного впереди. Оставайтесь с нами. Такого еще не было! Невероятная, грандиозная акция от компании «Казградстрой». Выбирайте квартиру в новостройке с рассрочкой на 3 года. Без процентов, без переплаты. Внесите 30% и составьте собственный, удобный для вас график платежей. Рассрочка на 3 года в жилом комплексе «Кызылжар» под 0% годовых. Подробности в офисе компании «Казградстрой». Улица Интернациональная, 41А. Телефоны 36 19 19 50 08 07.
Вы смотрите новости, мы продолжаем. На повестке дня вопросы исполнения бюджета за 2014 год, работы пассажирского транспорта и безопасности движения. В Петропавловске прошла 36-я сессия 5-го созыва городского маслихата. Всего народные избранники рассмотрели 9 вопросов. Кристина Горбаченко подробней. На сессии присутствовали 15 из 19 депутатов городского маслихата. На повестку дня вынесли 9 вопросов. В первую очередь народные избранники заслушали информацию по исполнению бюджета за прошлый год. Его в 2014-м уточняли 6 раз. В итоге казна по доходам увеличилась более чем на 5 миллиардов тенге. Прогноз исполнен на 90%. Неисполнение прогноза поступлений по собственным доходным источникам образовалось в основном налоговым источником акцизы на сумму 1 миллиард 7 миллионов тенге, доля которых в общем объеме составляет 16,2%. В 2014 году это основной плательщик налога ТОП ОВЗ возобновил свою деятельность только с 1 июня, что повлияло на исполнение доходной части бюджета. Более оживленно в зале было во время обсуждения второго вопроса. Здесь говорили о работе пассажирского транспорта и безопасности движения. Ежегодно на содержание и ремонт городских улиц выделяется от 250 до 400 миллионов тенге. По словам заместителя акима города Кайралы Галеева, этого недостаточно, чтобы решить проблемы дорог. Как вы знаете, было проведено строительство дорог по улице Жумабаева, микрорайоне Береки, это по улице Мухабова, Гагарина, Досмухамбетова, со суммой 230 миллионов тенге. В этом году мы эту работу планируем продолжить, и на 71 миллион тенге будет построена улица Пятая Синая. Ямочный ремонт был проведен на площади 24 тысячи квадратных метров на общую сумму 90 миллионов тенге. Устройство щебеночного покрытия грунтовых дорог на сумму 140 миллионов тенге. Народные избранники рекомендовали властям обратить внимание на улицы Победы и 314-й стрелковой дивизии, а также решить проблему с пешеходными переходами и радиорекламой. Кроме того, депутаты просят информировать население о закрытии дорог на ремонт, об изменении маршрутов общественного транспорта. Народные избранники приняли решение еще по 7 вопросам. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, новости МТРК. До выборов президента Республики Казахстан остались считанные дни. Сегодня по всей стране завершается подготовка к проведению этой политической кампании. 26 апреля в Петропавловске начнут свою работу 89 избирательных участков. На одном из них накануне побывали наши корреспонденты. Учительский стаж у Татьяны Ротурмель более 20 лет. Отрадно, что с каждым годом сфера образования в Казахстане модернизируется, говорит педагог. Работать становится интереснее. Чтобы так продолжалось и дальше, 26 апреля каждому необходимо прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, говорит учитель. 26 апреля мы обязательно, я и вся моя семья, пойдем на выборы. Я считаю, это главное событие в стране. Наша страна развивается. Поучаствовать в этом – это долг каждого человека. Я призываю всех североказахстанцев прийти, сделать свой осознанный выбор, высказать свою гражданскую позицию. В стенах средней школы номер 10 26 апреля будут работать сразу 2 участка для голосования. В общей сложности в день выборов сюда придут порядка 3500 петропавловцев. Кабинки для избирателей установили неделю назад. Сегодня в них проведут свет. В центре избирательного участка установят урну для бюллетеней. Позаботятся здесь и о тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в день голосования. Они смогут сделать свой выбор дома. Члены комиссии посетят их с переносными урнами. Впервые в этом году в преддверии выборов президента каждый избирательный участок подключили к интернету. Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с пропиской, с адресом избирателя. Будет сидеть 2 волонтера, которые будут делать адресные справки для тех избирателей, которых нет нет в списках. Мы заполняем определенные заявления, приходим к ним, делаем заявку, и они с ЦОНом соединяются и пишут нам, где проживает данный избиратель. Если он проживает на нашем участке, он голосует у нас. Если он проживает на другом участке, мы по схеме находим, где находится этот участок, и отправляем его там, где он должен голосовать. Ожидается, что 26 апреля сделать свой выбор должны более 140 тысяч петропавловцев. Для них в этот день будут работать 89 избирательных участков. Ждем наших избирателей на наших участках. Вы знаете, что по количеству избирательных участков у нас около 700 человек задействованы. И как технические работники, так точно члены избирательных комиссий. Ну, на сегодняшний день, будем говорить, готовы все. Настрой у людей очень хороший, позитивный. Я думаю, что активность будет очень хорошая. Ну и, пользуясь моментом, призываю горожан принять активное участие в выборах.
В воскресенье свои двери для североказахстанцев избирательные участки региона откроют в 7 часов утра и будут работать до 20:00. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. В день голосования на избирательных участках будут работать 709 общественных наблюдателей. Все они прошли регистрацию в Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами. Как готовились к важному политическому событию этого года североказахстанцы, журналистам рассказали на специально организованном брифинге. Вся организационная работа позади. Теперь общественным наблюдателям предстоит выполнить свою главную миссию – проследить, чтобы процесс голосования на избирательных участках прошел в рамках закона. На брифинге рассказывают о том, как готовились к выборам президента Республики Казахстан. Было проведено обучение наших наблюдателей, региональных координаторов, выданы удостоверения наблюдателя, договоры, акты приемки выполненных работ. Также он получил знания о выборном законодательстве Республики Казахстан, о своих правах и обязанностях и о том, что он должен делать в день выборов. В день выборов наблюдатели придут на избирательные участки одними из первых. Будут контролировать ситуацию, а в случае выявления нарушений их фиксировать. Впервые за историю независимого Казахстана в нашей области будут работать 709 наблюдателей. По стране почти 10 тысяч. Это люди разных профессий, сфер деятельности, возрастов и национальностей. Любое вот такое серьезная такая встряска, она дает новые знакомства, новый опыт. Мы надеемся, что вот кому-то вот это участие в выборах поможет улучшить свою жизнь, изменить свою жизнь. 26 апреля у общественных наблюдателей работа не закончится. 27 и 28 они будут принимать участие в подведении итогов, отправлении документации в столицу. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. Спасибо, что не переключаете канал, мы продолжаем. Ключи от 5 новых спецмашин получили спасатели региона. Технический парк обновили за счет государственного материального резерва. Это техника высокой проходимости, что позволит спасателям в условиях чрезвычайных ситуаций оказывать помощь оперативно. Арман Баянде продолжит тему. Пополнение технического парка спецмашинами для спасателей – большое подспорье. На такой технике можно преодолеть и снежный заслон, и огненную стену. Не боится она и воды. Поэтому возрастает вероятность добраться спасателям к месту бедствия оперативно и оказать своевременную помощь. Ключи от новых спецмашин специалистам службы пожаротушения вручил заместитель акима области Владимир Бубенко. Всего спасатели получили 5 единиц тяжелой техники, у каждой свое предназначение. К примеру, эта машина отвечает за эвакуацию из зон ЧС. В нее могут поместиться до 30 человек. Есть здесь и автотранспорт, который выделяется на фоне других. Это трал-тягач. Его мощности хватит для того, чтобы взять на буксир две вахтовки, общий вес которых составляет 40 тонн. Вся эта техника передана североказахстанским спасателям Республиканским комитетом по чрезвычайным ситуациям. Выделили ее из государственного материального резерва для укрепления технической базы. Потребность новой техники была, как показал, допустим, пример прошлого года, когда у нас при паводковой ситуации был отрезан поселок Заречный, поселок Озерный, то есть население не могли выбраться самостоятельно. Наша техника, вахтовки вот на базе Урала, они как вездеходные, полноприводные, перевозили людей, больных, беременных женщин, также доставляли продукты зоны потопления в отрезанные населенные пункты. На территории областного центра в ближайшие 3 дня ожидается пик паводка. В зоне риска поселок Заречный и район кожзавода. Новая техника прибыла вовремя, и она будет способствовать оперативным действиям спасательных служб региона в условиях ЧС. Арман Баяндер, Роман Куценко, новости МТРК. Североказахстанцы оказали гуманитарную помощь жителям Карагандинской области. Весной в этом регионе от паводка пострадали несколько населенных пунктов. Необходимые вещи и продовольствие в районы затопления доставят 5 большегрузных машин. Подробности в сюжете, подготовленном корреспондентами телеканала «Казахстан» Петропавл. Эти грузовые машины из Петропавловска поедут в Караганду. В них теплые вещи, постельные принадлежности, предметы гигиены и, самое главное, продукты питания. Когда другие страдают, никогда народ не остается в стороне. Поэтому я считаю, что это помощь, реальная помощь от жителей Сарасанской области, жителям Карагандинской области. Мы сейчас везем 5 машин, больше 50 тонн продуктов питания для жителей Карагандинской области.
Гуманитарный груз собирали несколько районов – Есильский, Артауский, Габитмусрепово, Таиншинский. В регионе говорят, чужой беды не бывает. Всего несколько лет назад большая вода свирепствовала и в нашей области. На 800 тысяч закупили вещи, еще на 300 средства гигиены и продовольственные товары. Закупили одеяло, подушки, продукты питания. Потратили порядка 4 миллионов тенге. В Карагандинской области под водой остались несколько населенных пунктов. Сегодня помощь пострадавшим от наводнения поступает изо всех уголков Казахстана. Беречь теплоэнергию вместе. За 2 года приборы ее учета должны появиться в каждой многоэтажке Петропавловска. В 288 домах они уже есть. Приобретение таких счетчиков помогает существенно сэкономить на ежемесячной плате за тепло. Наша съемочная группа узнала, насколько это выгодно потребителям. В доме 105 по улице Жумабаева новый тепловычислитель. Взлет появился 2 года назад. Жильцы воспользовались возможностью приобрести его в рассрочку на 12 месяцев. Сначала сомневались, рассказывает председатель КСК. Здесь всего 48 квартир. Боялись, что такое приобретение сильно ударит по карману. Стоил счетчик около 500 000 тенге. Но покупки не пожалели. Уже оценили все преимущества нового прибора. Жильцы не жалуются. У нас идет экономия где-то около 20%. Если городской тариф 87 тенге за 1 квадратный метр, то у нас получается где-то, ну, грубо скажем так, 66,5. Устанавливать тепловычислители товарищества с ограниченной ответственностью Севказэнергосбыт агитируют потребителей вот уже 6 лет. И не зря. Проведенный анализ тарифа показал, что жители домов, где установлены приборы учета и ведется работа по энергосбережению, отмечу это самое основное, скажем так, в этом деле, платят за действительно объем потребляемой энергии значительно меньше, чем общий городской тариф. Оперативный анализ отопительного сезона 2014-2015 года показал, что средний тариф на сегодняшний день, это с сентября по март, составляет 68 тенге с квадратного метра. При утвержденном тарифе 87 тенге 14 тенге. Помимо существенной экономии, у такого прибора есть и еще один плюс. Все параметры как на ладони. А значит, тепловикам проще отследить потери и решить возникающие проблемы. А посему программа по энергосбережению действует. Кстати, рассчитана она на 2 года и работает на возвратной основе. В этом году на город Петропавловск республиканским бюджетом планируется выделить 202 миллиона тенге. Эти деньги будут выделяться по договору лизинга в течение 4 лет. Мы как финансовый оператор будем выставлять потребителям ежемесячную плату и за счет этого собирать деньги и возвращать в республиканский бюджет. Многие жильцы до сих пор не понимают всей выгоды использования новых счетчиков. Помогает решить эту проблему штаб, созданный акимом города. Каждые 2 недели члены комиссии беседуют с председателями КСК. За 2 года приборы учета должны появиться во всех домах областного центра. Однако не все здания соответствуют техническим требованиям, говорят специалисты. В частности, могу вам сообщить, что 180 домов, где нет технической возможности установить прибор учета, исключены из списка перечня домов. Сейчас у нас включено, вот за 2 года 537 приборов учета должно установиться дома. В настоящее время приборы учета есть в 288 многоэтажных домах Петропавловска. Александра Салмина, Жулдузбек Ермуканов, новости МТРК. И к другим темам. Благотворительный вечер, посвященный Дню защиты детей в Турции, прошел в Петропавловске. Организовали его в областном центре представители общественного объединения «Турецкая культура». Пригласили на праздник воспитанников детских домов-интернатов. Ребята состязались в национальных играх, принимали участие в конкурсах и танцах разных народов. Традиционно в Турции в этот день детей угощают сладостями и дарят подарки. В Петропавловске праздник проводят уже в 9-й раз. Казахстан наш второй дом, конечно. Даже не второй дом, уже наш дом, я почитаю. Потому что мы казахский, турецкий тоже нашим старые отношения, старые братства, которые большой корни есть. Поэтому мы не читаем, мы здесь чужие, которые мы тоже казахстанские люди. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости МТРК, будьте в курсе событий. До встречи.
прогноз погоды на пятницу, 24 апреля. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура ночью +4, +6. Днем +8, +10.